Добрый день, друзья! У нас сегодня на обзоре легендарные монеты, очень редкие. Красная книга, так же как и звери редкие, изображенные на этих монетах, также эти монеты редкие. Выпущены они с 93 по 92 по 95 год, или даже с 91 по 94 год. Ну вот, небольшая заминка. Из медно-никелевого сплава. Значит, в середине больше медный, с краю больше никелевый. Коллекционный набор, юбилейные монеты. Это одни из первых, которые выпущены в новой современной России. И, соответственно, здесь вот даже вот заметно, грубо говоря, здесь подписана Красная книга СССР. Это 91 год. А дальше уже просто Красная книга России. Номиналы у них от 5 до 50 рублей. Вот, посвящены они разным животным, очень хорошим. Самая дорогая монета считается Джейран из них, потому что она самая редкая. Вот она, где она здесь? Вот она вот так выглядит, верхняя Джейран 1994 года. Все монеты в идеальном состоянии. В общем, шикарный набор. И, грубо говоря, здесь описание. Коллекционный такой буклет. Тоже в идеальном состоянии.